мы слышим отклик. Меня зовут Олег. Я психотерапевт. Вы не видели мою жену? Она пропала год назад. Доброе утро. У нас что, праздник? Я бы не сказал. Просто на один год стал ближе к смерти. Ого, как пессимистично. Вы гомосексуал? Да пошел ты нахер. Вы долго будете ходить по кругу, обманывая себя и меня. Вы ведь такая фея. Кстати, откуда вы? Владивосток. А внутри Владик, да. Он в глубочайшем стрессе. Тебе надо быть сильной ради сына. Олег, год прошел. Ты уже либо повесил, либо живи и другим дай. Ты права, Вер. Пора забыть обо всем, отпустить б***ваться и жить дальше. Иди работать психологом, выдаешь б***ным советом. Теперь он секс-куклой живет. Секс-куклой? А вы проходили терапию? Нет. Прости, я тебя предал. Она как-то резко пропала. Странно все это. Твой сын, он будет главным подозреваемым. Если тебе грустно, говори. Если тебе страшно, говори. Если тебе больно, тоже не молчи. Мне нужно сдаться! Мне его очень жалко. Он одинокий человек. Вы все разрушаете! Вас к людям допускать нельзя! Знаю, что Марина вернется. Какой вы человек? К сожалению, плохой.